Говорили последний, да, последний. Не, ну даже это же типа как-то, ну, типа, не решили реанимировать. Ну, давай, ладно. Чувак, блядь, дорогие друзья, блядь. Ты уже пишешь, да? Да. Замгези, Виталик, я, Андрей. Крик, да. Вот мы группа «Центральная зона». Мы говорили в прошлом году последний, но так как получилось, вот в течение этого года мы там тесно сотрудничали в разных там наших музыкальных делах. Вот, да. И вот у нас получились какие-то новые песни. Мы решили как бы заново стартануть. Ну, то есть мы будем заново. Мы решили сделать ребрендинг. И вот декабря в ночном клубе «Гараж» мы все-таки вас приглашаем. Сыграем концерт. Приглашаем, ну вот, мы попеть опять же старые, вспомнить песни. Мы в середине представим вам новые песни наши, и я думаю, будет великолепно, у нас большие планы. Приходите, поддержите нас. Да, песня интересная, да, вообще не похож материал будет на старый. Не на мой там, если кому-то знакомый, не на наш. Ну, то есть он, может, отчасти похож на старый, но только он под сегодняшнее какое-то время, под сегодняшние какие-то тенденции. Но не кальян-рэп, друзья. Не надо думать, что это будет кальян-рэп сразу. Если кратко, то какое-то такое это будет... экспериментальная вот музыка, и вот мы хотим, чтобы вы чтобы вы вот оценили вместе с нами. Мы с удовольствием сейчас это все делаем чисто вот для вас, и опять же декабря ждем всех, вот всех в клубе, вот абсолютно гараж. Начало у нас будет на афишах, понятно. На реклама не скоро. Не раньше 8, это точно. Запустится скоро. Вот реклама будет везде. То есть там, ребята, следите вот в соцсетях. То есть там Инстаграм. Все, мы будем обязательно. Инстаграм да, обязательно. Мы будем в соцсетях обязательно показывать. Мы будем потихонечку выкладывать новые песни. То есть там какие-то вот превьюшечки, чтобы вы, то есть, там, понимали, о чем речь. То есть мы, может быть, если все будет хорошо, мы видео хорошее, интересное, новое запишем, то есть будем, ну, стараться. То есть мы максимально вот все, что вот должна как бы делать, я не знаю, музыкальная группа, вот мы сейчас это вот хотим. Да. На пенсию не уходим пока. Да, то есть очень интересно, что получится из этого, и я думаю, что будет все понятно. Декабря в ночном клубе «Гараж». Ну, в общем, как-то так. Этого года, 2019-го. Такой планета Земля. Предновогодний такой подарочек мы себе и вам, собственно. Приходите. Это будет, я думаю, очень интересно.